Я в эфир выхожу. Давно в эфире не был. 3 дня, наверное, или 4. Да ты постоянно в эфирах этих сидишь. Я вот уже не был там 3-4 дня. То такое. А что у тебя утром было? А то такое. Что то? То просто онлайн общение. А это эфир. Я в эфире. Вот сам выйти в эфир. Показать свою рожу. Сказать все, что я хочу. Да. Хорошо. Здесь хочу. Сказать, что я хочу. Это хорошо, когда человек что-то хочет. Плохо, когда он ничего не хочет, он уже умер. Сдох. Сдох и воняет. Но такие люди, они ужасные. Дыхляки. Когда человек что-то хочет, он, значит, сможет. Он сможет. Он может. Он и захочет, и сможет. Поэтому это все хорошо. Вот это что за фильтр? Угу. Странный фильтр какой-то. Да. Пока человек желает, чего желаешь ты? Вечный вопрос. Вечный вопрос. Желающие. Желающие. Да. Чего желаешь? Чего ты желаешь? Чего ты желаешь? Я... Хочу. Я хочу. Это хорошее желание. Когда бы слово стало плотью. Божественная идея. И слово стало плотью. Нашелся тот, кто взял и осуществил все пророчества. А ты можешь осуществить хоть какое-то одно пророчество? Что такое пророчество? Ничего ты не знаешь. Что ты осуществляешь? Чужую мечту? Ты осуществляешь чужие хотелки. Развитие бизнеса, извлечение денег, постройка Вавилонской башни, постройка Пизанской и башни и прочих башен, вырыть себе туннель под Ла-Маншем и также другие туннели куда-нибудь, да. А вообще-то, что ты хочешь? Вот так спроси любого человека. И он такой, я хочу мир во всем мире. А спрашиваешься, такой вопрос, а что ты для своего желания делаешь? Что ты из того, чего хочешь, осуществляешь? Да, у тебя уже есть какие-то средства, возможности. Ты хочешь, чтобы все спаслись? А что ты для этого делаешь? Ты хочешь то и то? А что ты для этого делаешь? Ты хотя бы говори об этом, хотя бы заяви. Я хочу 2 миллиона евро. Вот я хочу. Не знаю, просто хочу 2 миллиона евро и больше не работать. До конца своих дней. Не работать. Ни на дядю, ни на тетю, ни на государство. Не хочу. Хватит. Достаточно уже наработался. Вот так. Вот я хочу 2 миллиона евро и заниматься тем, чем я хочу. Снимать клипы, фильмы, какие-то передачи. Общаться с интересными людьми. Да. Вот. Силу иметь такую и совершать чудеса больше Иисуса Христа. Ну да, конечно, кто скажет. О-о-о. И так больше Иисуса Христа делаю. Я матом проповедую, могу матом проповедовать. Хотя тут не нравится никому. А вот я вот с грешниками так проповедовал, но работает очень такие довольно сильно, быстро. Такие, как загнул такого. А все так раз и неужели? И они по-другому смотрят на тебя. По-другому говорят, как это, что это? Что это было? Вот, что это было? Не знаю, что это было. Так, что тут? Я не вижу ваших комментариев. Смотрит. Нет ваших комментариев? Вы пока не комментируете. Ну вот. А что вы из того, что желаете, хотите? Ну, я думаю, ну, каждое из своих желаний мелкие. Вот стыдно о них говорить. Ну, кому-то стыдно, кому-то не стыдно. Если б я был султан, я бы имел 3 жен. Тоже желание. Ну, если бы, да, бы. А кто-то говорит, а если б я была царевна, ну, как в сказках, то и повелевала, какой смысл снимать клипы, если ничего у них, нечего у них сказать. Ну, так не снимай, если тебе нечего сказать. А у меня есть что сказать, понял? А ты не снимай. Вот и все. И мне есть что сказать. Пока есть, я буду это делать. Вот. А если тебе нету, то не снимай.
Я ж тебя не осуждаю и не вдохновляю тебя делать. Делай ты, что ты хочешь. Гурин, да, вешай плакаты. Лёжа, ага, он у меня кот, кот такой, блядь. Я сейчас покажу кота. Слушай, кот такой. А у меня будет троица кот, да? А, тут не видно ничего, там кот. Пьет лежа молоко, видно там? Молоко пьет лежа, не вставая. С коробки. Прикинь, обленился. Вот что коту надо? Что коту надо для счастья? Пожрать, поспать, тепло. Почесать его там, где надо. И ему будет хорошо. Ну, для развлечения еще там побегай где-нибудь налево-направо. И все ему. Вот что животным надо? Поесть, поспать, чтобы их никто не нагружал. Кони только работают, там еще в цирке животные. Сегодня посмотрел, как там львы напали на дрессировщика. Ага. Напали на дрессировщика. Тоже не хотят исполнять его желания. Сопротивляются. А мы что-то хотим исполнять какие-то желания нечестивых. Вы не думали, что много чего люди делают из работы? Это исполняет желания каких-то нечестивцев, реально нечестивцев. Они пишут бремена неудобоносимые. Они их поддерживают. Они вот участвуют в этом беззаконии. Там прививают людей, например. Или там еще что делают. Ну там полицейские, которые разгоняют мирных демонстрантов, бьют. Потому что те хотят выразить свою идею, ну, свою мысль. Их не согласны с этими ублюдками. И вот люди вот, выполняют такую работу. Нет. Вот, выполняют такую работу. И что с них взять? Да, и скажи, вот ты прожил жизнь, был примерным полицейским, бил людей по голове, насиловал их своей резиновой палкой в этих казематах. Ну да, ты ж наказывал их, у тебя такая должность, профессия, вставлять свою палку в анальное отверстие своим заключенным. Ну, тебе это просто нравится. И много-много разных вот этих вот профессий, которые никак не связаны вообще с благосостоянием народа, они только ухудшают его состояние, понимаешь, вот эти вот финансисты, берущие вечные кредиты, потом они банкротят, там как-то в одно предприятие, я читал, интересно такое предприятие, а там, я забыл, как оно там, страшное, такое название страшное, там даже проезжал, ездил осенью там, туда, там на похороны, там, я вспомню, скажу, и там, короче, успешное предприятие. Подъезжаешь, там дороги идеальные, столбики разрисованы, все там идеально, все так красиво, все работает, все люди довольны. И вдруг туда назначают другого, я видел этот пикеты, назначают другого человека, директора, а за плечами которого уже три банкротства, он довел до банкротства, предыдущие три, где он был, предприятия. И этого человека ставят на место успешного, власть имущая. И ты подумай, и он кому-то служит, а люди подслуживают. И я все-таки думаю, когда же начнется вот это вот сопротивление, вот такое всемирное сопротивление. Где ваши комментарии, я не вижу. Ага, вот они. Всемирное. Все, кто словам не верит. Ну, твоим словам не верят. Делай дело веры. Не снимай их на видео. Вот тебе и клипы. О! Ленинград. Привет, Святая Борода. Ты интересный человек. Где-то ты залег на дно, тебе давно не видно. Святая Борода, что опять бороду выращиваешь? Что ты не участвуешь? Отлеживаешься. И смотри, ну вот сколько же можно жить? Вот мы там, знаешь, прожили жизнь, работая, можно сказать, на дьявола, а потом приходишь к Богу, Бог, а где моя награда? А где моя награда? Все хочет награду получить. Ну я же так трудился. Я же так самоотверженно бил этих демонстрантов по голове. Я так исполнял эти беззаконные указы. Я же все штрафовал всех, ну, которые нарушали эти предписания, постановления. Никого не пощадил. Всех, ну, всех оштрафовал. И он такой приходит, говорит, я же такой примерный человек. Что напишите? Дело верно. Что-то мне возвращается. Убери спецэффекты, а то у тебя раздвоение личности. Привет. У меня раздвоение личности. Раздвоение. Это плохо, неплохо, не знаю.
что-то. То есть надо побаловаться. Что, ну, все время так надо правильно все себя вести. Я же могу себя, я же тоже что-то хочу. Чего-нибудь хотеть. Новенького. Новенького хотеть. Вот черно-белый вариант. Нормальный, да? Никого не напрягает. Это наша. Это бабушка сделала. Я не знаю, это с огурцов. С рассол. Вот. И мы так живем, живем, живем. И потом вдруг придем и будем претензии предъявлять. А на самом деле все наши претензии это к нам самим. А почему? А потому что? А почему? А потому что? А почему? А потому что? Вот эти все почему? Берите свой адрес. Вот, спецэффекты убрал. Спецэффекты убрал. Привет. Вот, и поэтому... А что мешает тебе быть сегодня, вот именно сегодня исполнить какое-то Божье пророчество? Вот, что тебе мешает исполнять Божье призвание, пророчество? Мы находим тысячи оправданий, тысячи мест Писания из Библии, чтобы... А я тут на весь лицо. Что ты хочешь? Вот, тысячи разных способов себя обмануть. Да, мы можем себя обманывать до бесконечности, ребят. И тем самым Бога мы обманываем. Да, прикалываться, говорить, что твоя душа жива. Да, вот так хочу поприкалываться. Хочу так поднять эту муть, и застоявшуюся муть с религиозных полок сдуть. Рассказать все слогом. Поэзии Канта и Ремарка. Однако жизнь такая штука, куда ее не положи, та штука так и будет там лежать, пока ее ни оттуда не взять. Поэтому не думай ты, что вдруг волшебное мгновение изменит все вокруг тебя, а просто встань и сделай, что желает душа твоя. Вот как-то я даже стих сочинил. Вот, люблю сочинять. Это прикольно, сочинять стихи. Не знаю. Сочинил и уже и забыл. И тема такая. Тебе дано твое мгновение. Раскрась его цветами бытия. Наполни жизнь твою гармонией, и жизнь твоя плод принесет сполна. Только ты один можешь, только ты один, если захочешь, только ты один. Если пожелаешь, можешь все, ибо все возможно верующему. Вот. Мне прикольно так сочинять. Да, еще что-нибудь сочиним. В голове моей опилки не беда. Забыл дальше. Это не мой стих. Да, это не я придумал, это уже другие. Плагиатом заниматься не буду. Вот. Да. Ну, веселая песня получилась. Даже такие медведи попали в кинематограф. Даже про этих медведей, в которых голова опилки, попали в мультики. А ты, вот твоя личность, куда ты попал? Какой сериал? Какие хроники криминальные? Или их разыскивает милиция? Где вообще ты числишься? Что ты творишь по жизни? Ты серая мышь, ничем не примечательная? Или ты свет, стоящий на вершине горы? Или ты соль посыпаешь на дороге, чтобы не скользко было? Кто ты, человек? Почему тебе даны столько разных обетований, а ты их закапываешь, как Буратино, говоря, рекс-пекс-пекс, и все. И ждешь, пока вырастет дерево. Дерево хочет вырасти, но не может. Не может. И вот такие Буратино по жизни.
и ждут, ждут корабль летучий, чтоб забрал их. Не, верующему невозможно все. Ну, смотря как ты веришь. Все возможно верующему. Так написано, я не буду с этим спорить. Все возможно верующему. Если Бог что-то сказал, то это возможно. Если Бог тебе сказал, то это возможно. Главное, что, чтобы ты это принял, что Бог тебе говорит, чтобы ты это услышал. А если ты не слышишь, откуда вера будет? Ниоткуда. Ты ее не выдумаешь, не выдумаешь. Вера же есть осуществление ожидаемого. Кто будет осуществлять это твое ожидаемое? Скажи, кто будет осуществлять ожидаемое? Вера же есть осуществление ожидаемого. Типа я верю, верю, а ожидание, как ребенок в этом животе. И оно это осуществляется. Нет, ты веришь? Я веровал, потому говорил. Я веровал, потому делал. Вот. Вера же есть осуществление. Я ожидаю. Он сказал, все возможно верующему. Поэтому я пробую делать все, что мне в голову взбредет. И это не есть грех. Все, что ты хочешь, попробуй, осуществи. Что-то получится, что-то не получится. Но зато жизнь наполнится кайфом. Кайфом наполнится. Эмоциями, впечатлениями, радостью, какими-то победами, какими-то поражениями. Но твоя жизнь преобразится, реально преобразится твоя жизнь. И ты поймешь, что это не просто слова. Да, вот. А просто ждать в море погоды. Пророчество. Иисус прочитал и сказал, все, оно исполнилось. Как? Ну, я вот этот человек пришел вас выпустить на свободу. Бежите, бегите, козлы и бараны. Хватит сидеть в этой загороде. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Почему ты так себя ведешь? Нам бы тут привыкли, нам тут приносят вовремя сено, солому. Нафига нам куда-то свободным быть? Это свободным быть, это стрёмно, это надо как-то себе выживать. А мы любим зависимым быть. Нас накормят, за нами уберут, и нас прикончат, и зарежут, и съедят. Ну, как бы даже хранить себя не надо будет. Все будет нормально. Мы такие бараны. Вот, как-то так. Для меня, если я знаю, что это невозможно, то зачем время тратить, если можно сделать, что душа желает, точно не по воде ходить. Ну, делай, что душа желает. Все, у тебя душа желает. Что душа твоя желает? О, душа моя желает. О, душа моя желает свободы. Душа моя желает изобилия. Душа моя желает силы и власти творить невероятные вещи, а испускать огонь с неба. Мы не бараны. Мы не бараны. Это такая жизнь. Нам нам на ла 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 ра 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 ра. Взял и говоришь, ребаху, ребаха, 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 я хочу чудес. Ребаха, 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 я хочу чуда. Ребаха, 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 чудо, 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 чудное. Чудо, чудное. Интересно, тут можно что-то, что-то кого-то... Бари, бара, 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 не бараны. Я думаю, что бараны. Если бы не были баранами, мы бы уже жили по-другому совсем. Гард. Лень. Если бы не были баранами, мы бы жили уже, Царство Божие было на земле. Так мы бараны. Я баран, ты баран, мы бараны. Мы все ждали, ждали, когда нам улыбнется, светофор засветится. Когда оно само случится, хорошо бы передвигаться со скоростью мысли. Да, ну нормально, да, согласен. Если, а так мы ждали, нас научили, мы приняли и умерли. Потому что ложная идея, она человека прибивает гвоздями к кресту. Лживые идеи останавливают человека в развитии.
прибивает его к кресту. Всякая ложь прибивает человека к кресту. Человек там умирает в конвульсиях, умирает в неосуществленных желаниях. Ложь, не верь лжи, поверь истине. Истина тебя освободит, сделает свободным. Истина освобождает. Истина – это то, что тебе надо, что мне надо, что нам надо. Истина – это все, чего желает реально человек. Прийти и взять истину, возненавидеть беззаконие и утвердить Царство Божие на земле. Свергнуть все эти кодлы гадючие, скажите, это вы порождение хины. Освободили эту богадельню, покинули этот шалаш. Идите куда-нибудь, идите в сухие места, идите. Все, оставили это кодло змеиное, отец ваш дьявол. Оставили эту позицию, сели на седалище Моисеевом и думают, что вам все можно? Почему-то люди хотят сесть на седалище Моисеева, а жопа маленькая, проваливаешься в щель, проваливаешься. Седалище Моисеева, хорошо бы. Вот, сколько у меня много человек, смотрящих этот эфир. Спасибо, Леонид Гард, ты мой дорогой зритель, поддержишь меня в эти... В эти скудные времена, когда не услышишь никакого одобрения, когда все хотят получить и ничего не заплатить, когда все хотят получить и ничего не дать взамен. Это односторонняя жизнь раковой опухоли. Односторонняя жизнь раковой опухоли, она заканчивается плачевно. Ее отрезают, дерево, не проносящее плода, срезают, бросают в огонь. Некоторые вот эти вот придурки, которые за всеобщее спасение ратуют. Нет, на небе такого не будет. Там нет, не будет этих. Много кого не будет. Где они там будут, куда говорит, где-то в других местах там. Ну, получше. Ну, не это там, ну, не Франция, но где-то там в Сибири будут жить, там, да, знаешь, такое. Вот там отшельниками плохие люди. Ну, я не знаю. Но все же надо заканчивать эфир. Да, буду заканчивать эфир. Времена скудные нынче настали. Тяжкие времена. Правду не хотят слушать. Лесть ублажает слух. Ласковые речи. Ой, залипает душу. Говори ко мне приятно. Говори ко мне хорошо. Говори ко мне ласковыми словами. Какие-то извращенцы говорят, нет, тебе надо бить по голове и палкой. И все. Это будет правильнее будет. Вот, поэтому как-то давайте. Царство Божие, это зачем туда всякий хлам тянуть? Как? Это ж Бог не бомж. Стянул все и стянул, и там и радуйтесь, и пейте, и веселитесь. Нет, там так же не будет. Так что это идиотическое понимание всеобщего спасения. Там просто написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Ну, каких шом еще надо? Шом ничего не написано, то, что написано. Сверх того, что написано, чего не написано. Будет у нас берега морей и океанов. Да, если полюса поменяет земля, я думаю, ничего не поменяется. Надо, чтобы в голове поменялось. Полюса тебе не помогут. Надо вот тут в голове поменять, сердце поменять. А полюса, если поменяться, ни хрена не поменяется. Лень, как ты не понимаешь? Меняй полюса. Плюс на минус от перестановки до Данкерсумана меняется. Вся фигня. Вот тут надо менять. Жизнь должна победить смерть. Творчество должно победить какое-то ремесленничество. А любовь должна победить страх. Отношения должны торжествовать. Отношения любви, доверия. И вот это вот взаимопонимание. Бог говорит, поймите меня, примиритесь со мной, я вас не наказываю. Все, что вы это страдаете, это вы сами себе напророчили, сами себе языком своим сложили свою судьбу, сами себе и других проклинаете. Перестаньте говорить зло. Благословляйте друг друга. Говорите, да,
радость тебе и мир, прозрение тебе и счастье, изобилие и богатство в твоем доме. В мозгах тебе перемена, перемена в мозгах, в понимании, в сердце. Благодать тебе в отношениях. И стояк тебе вечный, да, чтобы был. Да. Вот как-то так. Вот это будет благословение. А все остальное это такая чушь какая-то собачья. Так что, ребята, давайте будем это взрослыми. Кто там будет смотреть, пишите комментарии. Вот. Это плохо, когда ты рожден Богом, а живешь как суслик, как таракан на кухне. Все, что ты можешь, только шевелить усами своими на кухне, или бровями. Все. Все не поменяется, все на христианство. Только Бог может поменять полюса и сделать рай на земле, как и на небе. Не. Бог тебе все это дал. Ты Бог. Лень, ты Бог. Ты в своем месте, ты Бог. Ты говори слова веры. Ты провозглашай Божье Царство. Какой Бог без тебя сделает что-то? Никогда он Бог без человека никогда нигде не делал, посмотри. Всегда использовал людей, через людей, которые говорили слова веры. То, что Бог им говорил. Говори. То, что слышу, то и говорю. То, что вижу, то и творю. Больше ничего не надо добавлять, отнимать. Скажи, Бог, чего ты хочешь? Скажи, я буду говорить. Для начала слова жизни, жизнь. Жизнь, жизнь с избытком наполняется и сохшая. Жизнь побеждает смерть. Любовь побеждает страх. Любовь побеждает страх. Желание Божественного Царства приходит в наше сердце. И мы говорим, Господь, приди к нам. Желанный всеми народами. Понимаешь, начинай говорить сначала слова веры. И это будет меняться. Ты это должен делать на своем месте. Я на своем месте. И все вместе мы это сделаем. Не надо нам повторять за какими-то лжецами ихняя дурню вот это, что они говорят. Мы говорим, будет жизнь, воскресение, Царство Божье, оно среди нас есть. Оно не было, оно не будет, оно есть. Царство Божье есть, оно уже сейчас есть, Царство Божье. Да. Царство Божье есть. Оно не может не есть. Царство Божье, оно уже есть. Да нет никакого мести. Почему ты такой неверующий? Почему ты не в месте? Почему ты неверующий? Почему ты не хочешь со мной согласиться? Что тебя смущает? Почему ты смущаешься? Единодушно вместе, желающие одного. Понимаешь, все свои фонарики включаешь в одну точку. Вместе, вместе. Царство Божие и на земле, как и на небе, вместе. Да. Ну, птицы собираются по роду своему. Да. И свиньи тоже по роду своему. И гадюки собираются в кучи. И бараны стадами ходят, и козлы, и козленки бегают вместе, и львы прайдами шнырят, чтобы кого съесть. Поэтому как-то так. Все. Пока всем, пока.